На обложке «Вашингтон-Пост» появилась фотография этого парня, 22-летнего Эрлана. Мы застали горящего джигита на тренировках. Своего поля у его конно-трюковой группы нет, поэтому свое мастерство они оттачивают где получится. Горящий всадник вмиг стал звездой. Трюк этот очень сложный. Воспламеняющегося наездника страхует еще несколько джигитов. Этот номер удивил, поэтому после игр кочевников вокруг него было слишком много суеты. Говорили даже, что он получил ожог. Но, как вы сами видите, он в полном здравии и сейчас продолжает тренировки. После игр кочевников мы стали звездами, интервью давали, но наше отношение к любимому конному спорту не изменилось. Мы тренируемся, когда можем, готовимся к большему. Да, это когда, дилды сполкать. Конным искусством Эрлан занялся основательно года 4 назад, а верхом на лошади сидел еще с детства, как и все эти смелые ребята. Искусством верховой езды здесь занимаются 20 человек. Здесь нет конкретной системы подготовки и тренировки коней, да и лошадей у них всего 15. Когда их приглашают где-то выступить, то они берут обычных лошадей из разных сел. Даже с ними у них получаются изумительные трюки. Игры кочевников, по сути, для этих ребят – первый показ на международной арене. На то, чтобы участвовать в других мероприятиях, у всадников нет средств. Их еле хватает на содержание лошадей. Ну, зарабатываем по-разному. Если, например, киносъемки, за кордон едешь, чуть побольше. А если внутри Кыргызстана – тоже нормально. У нас берется расходы на транспортировку на лошадей, от этого и какой-то процент вычисляется ребятам. Однако такой процент устраивает не всех. Большинство талантливых ребят уезжают в другие страны, а оттуда некоторые вышли даже в большое кино. Неоднократно слышали, как кыргызские джигиты снимались в голливудских фильмах. Эти же ребята уезжать не хотят, и у них есть мечта – создать школу каскадеров. Открыть школу каскадеров? И не только джигитовки, там ребят учить, как строить юрту, как резать барана. Всему научить, что должен уметь кыргызский джигит. Желающих обучаться мастерству владения лошадью будет немало, уверены каскадеры. Уже сейчас к ним присоединились дети, как Али Касымов. Хочу владеть искусством верховой езды. Конечно, это не совсем прибыльное дело, но это пока уверены всадники. Сейчас им нужна поддержка. Ширина Санаконова, Бактур Сундуйшенбеков, Общественный первый канал.